Всем привет! В данной игре довольно-таки часто приходится менять свой костюм, потому что тебе надо быстренько добежать до корабля или там побегать по городу. Но для этого проще всего бегать в летном костюме, правильно. Ну вот, все-таки легкий костюм, у тебя нет одышки, ты побежал и прям на спринтах там добежал куда тебе надо пошустрее. Вот. А тебе надо пойти подраться в бункере. Тебе надо одеть тяжелую броню, взять с собой побольше оружия, патронов, гранаты на себя навешать. Ты ж на войну в конце концов идешь. Вот, как бы, ясно дело, тебе надо переодеваться. Как покупать, как одевать броню, это отдельное видео, ссылка внизу в описании на него будет. А здесь мы разберем, как быстро переодеться с одной брони на другую, а не каждую броньку, каждое оружие отдельно сидеть и заново тыкать, как бы с ума сойдешь. Заходим в мой беглаз, открываем нашего персонажа. Вернее, сначала мы заходим, покупаем отдельно андерсьют, чтобы он у нас был. Мы на данный момент в тяжелой броне в данном андерсьюте. Я его уже настроил. Мы же теперь хотим перейти в легкую броню. Делаем unequip. Не сохраняем, учитывая, что я стою в космосе. Как бы без шлемака я сразу сдохну. Мы нажимаем на другой наш настроенный уже андерсьют. Оп, обычный летный костюм. Даже без пистолета. Сохранились. Вуаля. Легкий костюм активирован. Давайте покажу быстро, как это делается, вся эта настройка. У меня уже, ясно дело, все куплено, все есть. Андерсьют. Да, вот, Сабин вот этот настроим. Он мне довольно-таки нравится. Выбираем армор. Шапка будет. Вот это. Руки такие, ноги сякие. Оружие. Шотган. Ну и повесим гранатку. И ясно дело, об Мэтпена. Что бы у нас было. Сохранили. Ясно дело, сразу же мы его и одели. Вуаля. Вот наш настроенный, офигенно выглядящий персонаж. По-другому это не сказать. Заходим обратно в андерсьюты. Этот костюм нам больше не нужен. Мы на войну в этом костюме не пойдем. Так на клоуна похоже, блин. Ну да ладно. Unequip. Нажали. Сохранили. Переоделись. Побежали куда нам надо. Все делается легко и просто. Если у вас нету второго андерсьюта, вот, ну ясно дело, в который вы уже сохранили, что в нем должно быть именно то-то, то вам придется отдельно заходить в каждую вкладку, отдельно там делать анэквип, либо отдельно одевать и так далее. Кучу времени на это грохаете, поэтому не поленитесь купить себе второй костюм, и все у вас будет шикарно. Что будет, если вы поступите не как я показывал? Итак, оденем наш заготовленный костюм. Кстати, шлемак что-то у меня скинулся. Не знаю. Не спрашивайте. Да, шлем скинулся. А, я шлем перекинул на другую башку. Вроде. Ладно, короче, баги бывают. Если мы не нажмем unequip, а нажмем сразу на другой наш костюм, что из этого будет? Мы меняем костюм под броней. На любой, который у нас здесь есть. Если же мы сохраним, ясно дело, мы сохраним всю эту конфигурацию в отдельный костюм. Если же мы сделаем, как я показывал, unequip, и потом нажмем, что нам надо, вуаля, мы потеряли голову. Ну, ладно, ребят, еще раз напомню, что это альфа, здесь такая херня иногда бывает, но имейте в виду, что быстрая смена костюмов происходит именно вот как я вам показал. Надеюсь, видео было для вас полезным. Лайки, подписки, увидимся на канале. Будут вопросы, заходите в Дискорд. Пока-пока. Стань патроном, чтобы получить ранний доступ к следующим видео, либо уникальному контенту, которого не будет в свободном доступе, а также эксклюзивным и VIP-предложениям. Если данное видео было для вас полезным, то я буду крайне признателен за лайк, репост и подписку на мой канал.
только начинаете знакомиться с игрой, исследовать вселенную или воевать, все станет намного интереснее, когда рядом есть друзья. Присоединяйтесь к крупнейшей русскоязычной организации Turbo Corporation. Мы можем обучить вас всему, от торговли и добычи руды до навыков эффективного боя. Регулярные ивенты с участием большого количества игроков. Мы располагаем самым большим парком кораблей, поэтому вы сможете полетать на всех доступных космических судах в самых разных ролях. Turbo Corporation. Мы меняем вселенную. Вся информация о вступлении в корпорацию на нашем Discord-сервере. Ссылка в описании. Регистрируясь и покупая игру по реферальной ссылке, которая находится в описании видео, вы получаете внутриигровой бонус и также принимаете участие во всех ежемесячных розыгрышах от канала.